8 новых тепловозов пополнили парк локомотивного депо Ульяновска. Новые локомотивы «Пересвет» совсем скоро начнут доставлять грузы по Ульяновской области и соседним регионам, в Татарстан и Самарскую область. Эти тепловозы предназначены для работы на территории Ульяновской области, соседних регионов и, прежде всего, для перевозки грузов. Новые тепловозы оборудованы совершенными технологиями. Во-первых, это новый современный двигатель, который дает до 20% экономии топлива. Условия работы машиниста совершенно новые. Кабина оборудована кондиционером, удобные сиденья. Особо хочется отметить, что сиденье производится на территории Ульяновской области. Срок службы многих тепловозов в Ульяновском локомотивном депо подходит к концу. Такие локомотивы уходят на пенсию, их сменяют новые. Кресло производится в Ульяновском заводе. Угу. Вот. Здесь, то есть подлокотник опускается, чтобы машинисту было удобно и комфортно вести поезд. До конца года здесь ожидают еще 16 новых пересветов. Они обеспечат растущие объемы грузовых перевозок в Волго-Камском регионе, где одна Ульяновская область за прошлый год перевезла 2,8 миллиона тонн различных грузов. Мы в этом году получим 20 локомотивов, и программа будет дальше продолжаться. На следующий год тоже запланировано 20 локомотивов, таких же двухсекционных, которые все-таки позволят нормально обеспечить условия труда локомотивной бригаде. Бригада локомотива заметила изменения. Нововведения касаются практически всего локомотива. Начиная от базовых потребностей команды – холодильник, микроволновка, два умывальника, заканчивая новым 16-цилиндровым двигателем, с которым удобнее работать слесарем. К тому же такой двигатель увеличивает тягу тепловоза. Локомотив грузовой с микропроцессорной системой управления. То есть более мощный в сравнении со старыми. То есть будет брать больше веса. Соответственно, кабина более комфортная. Стоит на них система микроклимата кабины. В прошлом году была завершена программа обновления парка тепловозов для пассажирских поездов и составов. Кроме этого, мы получили в регион около 30 новых современных вагонов дальнего следования, которые очень удобно, и это пассажиры отмечают. Внедрение новых тепловозов позволит железнодорожным перевозкам области выйти на новый уровень. Более надежный, экономически выгодный и быстрый. Валерия Чурова, Константин Никитин, репортер 73.